Давайте я вам прочитаю вот такое. Я однажды написала стихотворение о том, как женщина ждет ребенка. Говорят, войны не избежать, а точнее всемирной катастрофы, что планета захлебнется кровью, а женщина надумала рожать. Женщина, лишь радостью дыша, словно под таинственным гипнозом, отвергает страшные прогнозы, не приемлет их ее душа. Женщина, несущая в себе торжество любви и мудрой жизни, вопреки готовящейся тризне по всему живому на земле, низко-низко кланяюсь тебе.